Сегодня у нас в гостях известный театральный критик Туяна Николаева. Здравствуйте, Туяна Олеговна. И говорим мы о возможном выдвижении нашумевшего спектакля «Фронтовичка» на премию «Золотая маска». Скажите, пожалуйста, вот насколько действительно достоин вот этого огромного внимания спектакль, вот на ваш взгляд? Ну, достоин, достоин. Раз эксперты сочли нужным приехать сюда и посмотреть этот спектакль живьем, это значит, это уже такой маркер, то, что спектакль достоин внимания экспертного совета «Золотой маски» и имеет какие-то шансы попасть в основной конкурс. Угу. Ну и скажите, когда вообще возникла эта идея, вот на ваш взгляд, какие у нас шансы, да, пробиться, ну, может быть, не получить «Золотую маску», но хотя бы выехать в Москву и показать его там экспертному жюри и широкой публике? Я думаю, что идея, наверное, у них возникла после успешной премьеры «Фронтовички» весной этого года. Я боюсь говорить о каких-либо шансах. Чтобы не сглазить, да? Да, чтобы не сглазить. Но я думаю, что все возможно. Я не имею в виду прям вот получение «Золотой маски», там, не знаю, за лучший спектакль сезона 2015 года, там, или за лучшую режиссуру, я про это не говорю. Но то, что этот спектакль достоин поучаствовать в конкурсе, вот в основном, который происходит в Москве, да, весной будет 2016 года происходить, я думаю, что это может быть. Ну, потому что уже сейчас, да, люди посмотрели видеоверсию и вот решились приехать, то есть их уже зацепило, да, они решились приехать и увидеть спектакль живьем. Я тут еще должна сказать такую вещь. Это совершенно не значит, что вот эксперты «Золотой маски», вот они увидели, вот их сегодня трое приехало, да, Елена Груева, Татьяна Джурова и Владимир Спешков. Они приехали, сказали, ой, мы хотим, и собрались, и поехали. Нет. Этот спектакль посмотрел весь экспертный совет, как и все другие видеозаявки, посмотрел весь экспертный совет. И потом весь экспертный совет письменным обоснованием говорит, ехать его смотреть или не ехать этот спектакль. Так вот, считается, что весь экспертный совет этой «Золотой маски» сказал, что этот спектакль нужно смотреть живьем, и вот этих вот троих человек выбрали и отрядили сюда, вот в город Улан-Удэ. Так скажите тогда, в чем особенность? Вот что так тронуло и экспертов, да? Что так заставило говорить о этом спектакле у нас в городе? В чем его фишка, если так можно выразиться? Ой, извините. Это очень профессиональный спектакль, он очень цельный. Он, в нем очень чувствуется, ну, как я уже писала, да, профессиональный интеллект режиссера. Про него в этом спектакле очень понятно, про что режиссер нам хочет сказать, про что театр нам хочет сказать. Это очень большая, между прочим, сегодня проблема. Я вот была на фестивале в Чите недавно, сейчас не скажу точно, ну, допустим, условно говоря, 7-8 театров было, да, мы 7-8 спектаклей обсуждали, и практически каждый спектакль, обсуждение каждого спектакля мы начинали с сакраментального вопроса. Господин режиссер, а про что вы ставили свой спектакль? Вот, грубо говоря, про зверей или про людей, понимаете, да? Вот. И режиссеры очень терялись. Понимаете, а здесь все очень понятно, про что режиссер хочет нам сказать, про что он ставил. Вот. Посыл режиссерский дошел до зрителя, и он понял его правильно. Да, он его облег в замечательную... Почему он дошел, этот посыл? Потому что очень внятное режиссерское и театральное высказывание этот спектакль представляет из себя. Он по форме очень хорош. Вот, потому что когда, ну, как говорят, знаете, кто ясно мыслит, ясно излагает. Вот. И здесь вот этот вот самый случай. Ну и, конечно же, вот как я уже сказала, вернее, не я сказала, Анатолий Борисович Баскаков сказал о том, что такого театра в Улан-Удэ не видели никогда. Вот. Это действительно новый театр. Новый театр, новый взгляд на театр. Свежий, сейчас я вам сформулирую, это театр 21 века. Вот. Ну что ж, тогда будем надеяться все-таки на победу. Спасибо вам большое за нашу беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был известный театральный критик Туяна Николаева.